Дмитрий Новиков показывает гимнастические трюки. Некоторым элементам он обучает и школьников. Сальто, пожалуй, самое сложное упражнение, которое нужно выполнить. И без страховки здесь никак. Когда я говорю «ап», вы хорошо поняли? И раз, два, три. Ап! Молодец! Ап! Лови, лови, лови! Умничка! Школьникам столь своеобразный урок физкультуры пришелся по душе. Потому что там интересно новые трюки делать. Научилась делать березку, хотя я это умела. Мастер-класс по гимнастике проходит в Первоуральской школе. Здесь обучаются особенные дети. Гимнаст Дмитрий Новиков отмечает, что у этих детей развита воля к преодолению себя. Спортсмен признается, он впервые занимался с особенными детьми. Они делали все то, что я им просил. И с ними было приятно. Они очень открытые дети, кстати, я могу сказать больше. Понимаю, что вот социальная среда их как бы не сильно, да, обеспечивает. И видно, что там где-то они какие-то закрытые. И хотелось, чтобы вот они улыбались. Идея провести занятия по гимнастике именно здесь пришла руководителю проекта «Быть первым» Илье Сорокину. Эта школа вообще достаточно спортивная. Здесь есть достижения ребят как на городском уровне, так и на областном, и даже на всероссийском. То есть это ребята очень талантливые в спорте, и гимнастика пусть будет одно из направлений, в которое они в будущем смогут развиваться и достигать тоже каких-то результатов. О проблемах людей с ограниченными возможностями Илья Сорокин знает не понаслышке. «Будь первым» – не только название проекта, но и девиз всей его жизни. И хотя заниматься организацией встреч – довольно сложная задача, Илья верит, что все обязательно получится. Цель таких встреч – помочь людям, которые не вписываются в привычный формат современного мира, найти себя, найти свое место в жизни. Ксения Иноземцева, Руслан Гаскаров, Интера ТВ.